представляем модификацию вездехода «Охотник-2». Альянс компании «Восток-Запад» специализируется на производстве, тюнинге и восстановлении гусеничных вездеходов-амфибий БВ-206. Защитный силовой каркас на передний модуль. Лебедка с тяговым усилием на 6,8 тонн с верхним расположением. Отделка салона передней секции эко-кожей. Комфортные сиденья, шумоизоляция моторного отсека. Надежные дизельные двигатели «Мерседес» без электронных блоков управления. На вездеходе «Охотник-2» установлена система управления, позволяющая складывать машину в вертикальной плоскости. Оригинальная технология установки обеспечивает максимальную амплитуду работы гидроцилиндра и не ограничивает подвижность шарнирного узла рамы. Система значительно повышает и без того блестящие внедорожные характеристики вездехода и позволяет с места преодолевать препятствия до 1,5 метров высотой. Застрять на таком практически невозможно.